Ежегодно в третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают работники жилищно-коммунальной сферы и бытового обслуживания населения. 19 марта в городском ДК состоялся праздничный концерт с чествованием отличившихся специалистов коммунальных предприятий города. В минувшую пятницу зрительный зал Дворца культуры встречал людей, чей труд порой довольно долгое время остается незаметен. До тех пор, пока не случается какая-нибудь авария или сбой в работе жизнеобеспечения города. Не секрет, что жилищно-коммунальная сфера является мощным и серьезным, и сложной структурой в системе управления городом, страной. И мы сталкиваемся в процессе жизнедеятельности с рядом проблем. Многие из нас не знают и не замечают труда десятков тысяч людей, которые ежедневно работают на то, чтобы бесперебойно функционировала крупная жилищно-коммунальная структура нашей республики. Дорогие друзья, желаю вам, чтобы на ваших веренных участках всегда царил порядок. Желаю, чтобы было как можно меньше хлопот. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, благополучия вам и вашим близким. С праздником! Сотрудники коммунальных предприятий за высокий профессионализм и добросовестный труд были отмечены благодарственными письмами от главы администрации Харциска. Поблагодарил своих подчиненных за каждодневный кропотливый труд и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации Виталий Смык. Многие люди не замечают, что с каждым годом у вас становится больше работы, требуется больше усилий для того, чтобы подавать услугу нашим жителям, чтобы и мы, и они тоже все жили в комфорте. Поэтому в связи с этим большая вам благодарность, действительно, потому что вы массу прикладываете усилий и зачастую работаете, не покладая, без выходных. Поэтому желаю вам, чтобы было больше возможностей проводить время с семьей и уделять себе и своим хобби больше времени и внимания. С праздником! Продолжилось мероприятие концертной программой, составленной из музыкальных и хореографических номеров в исполнении солистов и творческих коллективов городского ДК и Харцизской школы искусств.